Так, и здесь вытерем. И здесь. Ласточка моя. Ну что? Время подкачаться? Время подкачаться. Плюс 5 левелов для минивэна. Ну и, конечно же, экспедиции. Город-призрак, разбитая станция и старый вокзал. Погнали. Как же я долго этого ждал. Вот она, последняя ДСПшечка. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. И это новое поселение в Last Day. И сейчас мы с тобой прокачаем 5 левелов минивену. Я остановился в данный момент в экспедициях и абсолютно не могу пройти ни одной. Какой будет эффект? Фу, блин! Каждый левел это просто капец. Почему? Ну 20 ДСП, слушай. Это 80 смолы. 80! А в день по 4 идет. Улучшить. И сразу следующий левел. Что это у меня такое? Это собраны ресурсы. Ну, собственно. Вот это 25-й левел. Это 26-й левел. Ну и тут еще надо стальные листы добавить. Это 28. Ну, ты понял, короче, да? Фух, шикарно, да? И еще раз улучшить. Вау, блинчики, урон, мне нравится. И вот смотри, мы с Легонца уперлись, да? Прошло 8 дней. Фу, ёл-палы, наконец-то дождался. Чего дождался? За 8 дней я скопил 32 смолы. И мы, наконец, можем это сделать. Фу. И двинуться дальше. И да, у меня уже все готово на следующий левел, ёл-палы. За эти 8 дней у меня подросли наемники. Но я так и не сдвинулся с мертвой точки. В 31 рекомендуемую 1000 мощи. Блин, это жестко. Слушай, это жестко. Ну ты видишь, да, у меня пауэр, мягко говоря, как бы подрос, да? Здесь 31 тысяча. Здесь 31 тысяча. И на старом вокзале всего 29, но эти 29 стоят все 31. Давай, мужчина, не томи! Не томи уже! Я надеюсь, мы сейчас с тобой сдвинемся с мертвой точки. Я очень долго не могу пройти эти экспедиции по 31 тысяче. Ёл-палы, ёл-палы. Еще левел. А что дальше? А дальше опять она смола, блин. 28 уровень. А что после 40 смолы будет? А там будет, если я не ошибаюсь, короче, дофига делов там будет. А давай посмотрим. Вот так выглядят финальные левелы. Дичь. 40 смолы, блинчики. А самый последний 30. ДСП. Это знаешь сколько? Это 120 смолы. Ну и мы получим, да, красавчика его. Весь в металле, блинчики. Короче, ты понял, да? Финал? Не-не-не. Вот эти бараки надо грейдить. Наемники упираются в 40-й левел. И это прям катастрофа. Ну чё, опробуем нашу блинчики-малышку. Прям сразу город-призрак, собрать блинчики. 21143 пауэр. Не фантастика, но мы можем. Поехали. Это на 2500 больше пауэр, чем у меня было. Все эти 8 дней я пытался. Давайте, ребята, порвите этих говноедов. Ну, собственно, мой пулемет стал жесткий, да? Как бы вот в чем соль-то. Ты понял, да? Я смахнул застранцев, вообще даже никого не заметил. Хорошо, мне нравится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты видел? 151. 151. 151 урон. Хорошо. Да. Корбан Даллас, ёл-палы, как всасывал, так всасывает. Ну, то есть, я машину усилил, но мой танк, как был на 40-м, 167 урона. Так он и есть, ты понял, да? То есть, он слабый. Тачка огонь, а мужик у нас вообще. Танк наш, это не танк. Это одно название. Блин, щит выставил.
По единичке бью. Не, ну да, да, да. Ну очевидно, да? Прибавила машинка, прибавила. Так. Финал? А фиг их знает. Что-то не похоже, блин. Два подрывника. Нельзя допустить их взрыва. Слушай, мы пройдем на раз-два вообще. Пулемет просто. Я не знаю, это не пулемет, это какая-то дикость вообще. Еще говноеды? Ну давайте, ребята. Даже не знаю. Ух ты, ух ты, ух ты. А, чуть-чуть не успела. Чуть-чуть засранка не успела полечить. Ой, бомжи. Че, попробуем еще? Давай. Слушай, не получается, да? Ну почему? Давай попробуем тогда сразу вот здесь, потому что здесь пауэр вообще всего лишь 29 тысяч. Уж эту катку мы должны осилить полюбасу. Слушай, я и первую пройду, но надо чуть-чуть, да, это, других наемников покрутить. Попробовать со снайпером все-таки. Мне кажется, я пройду вообще только в путь. Ну, пулемет реально стал у машины просто ненормальным. Это слишком прям сильно. Я прям не ожидал даже такого эффекта. Плюс 5 уровней, да? Решают. Смотри, 106 я в этого здорового говноеда стреляю. Это очень много без Б. Ждем, 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 ждем. Вот так, да? Сразу снайперов. Худеньких. Так, подрывника я стреляю. Его аккуратно надо, чтобы главное он не сдетонировал. Вот так. Хорошо, да? Выщелкнули и ждем. Это еще не финальные засранцы, увы, ах. Блин, у меня таргет на толстяка пошел. Держись! Держись, блинчики! Мой дэмэдж дилер! Чуть-чуть, да? Чуть-чуть не выжил. Вот сейчас будет финал. Два толстяка, даже три толстяка. И за ними щитовики. И такие, я тебе скажу, толстяки плотные, да? Блин, ну у нас, да, по идее, танку еще жить и жить. Да? Ну ничего, так его стачивают, стачивают. Не жить и жить прям. Хорошо, все, эту карточку проходим, да? Если это... Нам не запретят. Ну, типа, знаешь, проходишь, а тебе все равно поражение присваивают. Победа! Как она сладка, ты не представляешь. 20 смолы, ёл-палы, 20 смолы. Фу, это сколько? Это 5 дней. А самое главное, это первая победа за 2 недели. Реально, 2 недели я не мог пройти, сдвинуться с мертвой точки, прокачивая наемников, машину, вообще, ну ни в какую, короче. И тут, наконец, это произошло. Может, сразу на дурничка следующую катку? Я так понимаю, это сейчас 31 тысяча. Очень плотные вот эти копы толстые. Прям вообще, даже мой новый супер пулемет, смотри что, я их полчаса колупаю, блин. Подрывники! Хо-хоу! Подрывники, мужчины! Ну вот, они даже не взорвались. Ё-моё! Сколько пауэр? 36 500! Да вы чё, ненормальные, прям сразу на 5 500 перескочили. Не, ну это идиотизм. Это идиотизм, такую мы не будем пробовать пройти. Чик. А вот 31 косарь, еще попробуем. Но самое главное, да. Теперь нам надо грейдить бараки. Наемники очень слабые для каток в 31 тысячу. Реально, 40-е наемники ни о чем. Надо повышать обязательно ранг. Такер тоже почти уперся. Карма тоже почти уперлась. Друзья,
С вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался, подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Дзен и ВК. Печка ТВ есть везде, смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадке Twitch, Трова и YouTube. Удачного тебе развития, ждем обновлений. Пока-пока.